Не только дерево может выжить на северном склоне Аляски. Постоянный солнечный свет провоцирует бурный рост. Семена, способные выдерживать холод, прорастают, пока есть возможность. Святые целебные травы устилают площадь, занимающую более 200 квадратных километров. Этот грандиозный луг привлекает большие стада северных оленей из Канады. Они движутся круглосуточно туда, где трава самая зеленая.